Привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами Айван Прош, и сегодня мы будем делать так, чтобы вратарь наш мистер Фреч, или мистер Френч, как вы там звали, мистер Фреш, да, мистер Фреш, чтобы наш, мы сегодня сделаем так, чтобы наш мистер Фреш забил. Давайте же это сделаем, кто нам попадется сегодня. Напомню то, что мы играем только для того, чтобы мистер Френч забил. Это Испания, да? Что мы делаем сперва? Мы сначала отдаем мяч, конечно, нашему вратарю. Он всех оббегает. Вот смотрите, что делает. Смотрите, что делает мистер Фрэнч. А ворота-то пустые остались. Опа. Ворот пустые. Ага. Ну, у нас почти получилось так сделать, но нам забили. К сожалению. Но это не самое главное сейчас. Главное, чтобы наш вратарь забил. Ой, лаги пошли. Ого! Эпично было. Так, наш вратарь где он? А, вот он бежит. Беги, мистер Френч, куда ты на ворота бежишь? Ты у нас вратарь гонял вообще-то. И видите, он сам возмущается. Ой-ой-ой, ворота пустые. Ой, нужны только голы от вратарей. Понимаете, от вратарей. Ой, ой, что происходит? Так, опа, на мистера Френча. Все, бежит вратарь. Бежит вратарь. И не забивает наконец-то. Вот он и идет такой. Смотрите, забивает и уходит. Просто идет на свое вратарское место. Ничего, мистер Френч, ты забил в девятку вообще-то. Я в прошлом раунде 2 раза забил. Так, ой, 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 ошибочка, ошибочка. 1-1. И наш мистер Френч, красава. Мистер Френч, красава. Сейчас тебе сам автогол не забил, мистер Френч. Окей. Нет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так нельзя. Так нельзя. Так нельзя. Лайбер с мячом. Опа. Мистер Фреш. Мистер. Да, это мистер Фреш. Опа! Мистер Фреш. Мистер, о, как мистер Фреш. О, мистер Фреш, вратарь наш. Смотрите. Так, мистер Фреш, куда ты бежишь? Мистер Фреш. И напомни то, что он редкий вратарь, поэтому... Блин. И вот все так. Ох, я с ним так неловко вообще. Июня. Удар! Давай, удар, удар, удар! Удар! О, красава, мистер Фреш. И только благодаря твоим голам мы выиграли сегодня. Можно сказать уже. Потому что 2 минуты остается. Да, все. 2-1. 2-1. Посмотрите, 2 гола вратаря мы сегодня видели. И, короче... Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мало, наверное, кто так делал, но 2 гола нашего вратаря принесли нам победу. Это жесть. Ну ладно, а с вами был я, Айван Прош. Всем пока.